Добрый день, дорогие жители Подмосковья. Хотел обратиться к вам с предложением, просьбой. Многие из вас знают, что раз в год я традиционно выступаю с обращением. Это и отчет, и планы на будущее. Мы делаем это с первого года нашей работы в Подмосковье. Для того, чтобы проинформировать жителей, что мы сделали и как развивается наша область. Обозначить, какие программы мы реализуем в ближайшее время. В этом году обращение мы запланировали на вторую половину мая. И нам бы очень хотелось, чтобы оно было наполнено ответами на вызовы, которые беспокоят каждого человека, большинство жителей нашего Подмосковья. Мы будем очень благодарны, если вы найдете время ответить на два простых вопроса. Первый, что нам уже удалось сделать, и вы это заметили. Ну а второй, это ваш наказ, рекомендация, что мы должны сделать, чтобы жизнь в вашем округе, в вашем городе, в вашем дворе стала лучше. Мы организуем это онлайн, будет удобно просто проголосовать. Ну а мы будем благодарны за такой диалог. Всем заранее спасибо и хорошего дня.